Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тамара, и вы на канале «Цветы у Тамары». Сегодня хочу показать вам несколько новинок, которые у меня появились на этой неделе и на той неделе. В общем, в конце марта и в начале апреля. Вот перед вами первая из них. Это калатея. Калатея, опять-таки, без названия. Но я думаю, что можно определить. Я погуглила, смотрела. Но пока не нашла. Не нашла название этой калатеи. Видите, новый ростик. Калатея у меня появилась где-то, наверное, уже, может быть, две недели назад, не помню. Теперь точно новый ростик уже есть. Листочек тут разворачивается. Я уже пересадила, обработала. Двукратную обработку провела пока. Ну, вроде как бы калатея в нормальном состоянии. Она должна приняться. А пересаживала я только сегодня еще. Только сегодня. Вот такая красивая калатея. Листья у нее ланцетообразной формы. Округлые, ланцетообразные. И вот такой вот рисунок. Очень красивый. Чем-то похож на калатею замечательную, но у калатеи замечательные листья. Они такие пожестче немножко, а у этой калатеи помягче листочки. Так, пополнит мою коллекцию марантовых. Дальше у меня появился сингониум. Вот такой вот малыш, крохотулечка. Без названия совсем. Там вообще название было уже высвечено, выгорело солнышком, наверное. Сингониум. Посадила в такой стаканчик 50-граммовый корней маловато. Но я думаю, что она примется, потому что корни были хорошие. И тоже вот разворачивает новый листочек, разворачивает. Сорт без названия. Очень красивый. Мне нравится. Мне кажется, этот сингониум будет кустистым. Не знаю. Ничего не знаю, каким он будет. Но вот так вот мне кажется. Тоже красавчик. Пополнит коллекцию сингониумов. Ну, теперь третья моя новиночка. Это у нас фикус. Каучуконосный фикус эластика или фикус тиники. Вот такой красавчик появился у меня. Растет довольно-таки быстро, если условия ему подходят. Но он такой, мне кажется, капризный. Видите, уже немножко был залив и очень. Листья, на листьях это очень сильно даже проявилось. Такие вот бурые пятна. Стоит у меня уже тоже где-то неделю, наверное. И никак не может развернуть вот этот листик. Посмотрим, может быть, после пересадки этот листик развернется. Красивое растение. В прикомнатных условиях вырастает даже до 2 метров. Да, до 2 метров вырастает. И листья будут крупные, поэтому часто надо его поливать. Но не заливать. Вот такое вот красивое растение появилось. Сейчас поставлю всех по своим местам. Вот так вот. Такие вот небольшие новиночки у меня появились. Так, еще хочу показать сегодня. Вчера я прибиралась, занималась уборкой, убирала свои лишние горшки, все вытаскивала в подвал, уносила. И очень много-много у меня набралось горшков. Очень много я напокупала. Занимали место, все унесла в подвал. И вот видите, я обнаружила, что у меня есть
Аморфофаллюс. Я про него забыла. Он у меня стоял за горшками там. Более-менее прохладное темное место. И вот у меня было два клубня Аморфофаллюса. Видите, он выпускает носик. Носик с приходом весны. Надеюсь, он нынче у меня все-таки вырастет. В прошлом году он был совсем маленький, совсем малыш. А нынче, я думаю, уже все-таки вырастет побольше. Давно у меня был Аморфофаллюс, очень давно, но я его потеряла. Красивые растения, очень красивый стебель, раскидистые листья такие на верхушке стебля. А так мне это растение нравится. Мне это растение нравится. И я очень надеюсь на его рост. Вот. И еще хочу показать просто так уже гортензию свою. Гортензию. У меня было два таких кустика. Один погиб. Я не знаю, это комнатная гортензия или нет. Ну, она такая низкорослая. Я думаю, что ее можно выращивать и при комнатных условиях. Это гортензия белого цвета. Я тоже сегодня пересадила. Ну, гортензия мы, кто выращивает, если кто не выращивает, то гортензия предпочитает кислую почву, pH где-то 5. И поэтому я думаю, я эту гортензию полью потом уже дня через 3 кисленькой водой. Водой с лимонным соком. Потому что у меня грунт не кислый. Лучше бы для него был бы грунт для азалии. Но у меня такого грунта не оказалось. Я посадила в обычный грунт pH где-то 6-6,5. Вот. Вот такие, друзья, новости у меня. Ну, конечно, все пересаженные свои растения я не буду показывать. Их очень много. Очень много пересаживала. Бегони, детки, бегони сегодня. Ой, много чего, много чего. Вот, на сегодня у меня будет все. Всем самого хорошего, доброго. Не забываем подписываться, друзья. Ставить лайки. Пишите комментарии. Всем друзьям новым я очень рада. Всем отвечу. До свидания.